Порядка 700 человек приняли образовательные учреждения нашего района в день приема населения по вопросам подготовки к новому учебному году. Самый плотный поток граждан пришелся на долю дошкольных учреждений. За 2014-2015 годы в Одинцовском районе было открыто 8 детских садов. Они построены за рекордные сроки, однако для всех мест по-прежнему не хватает, особенно в микрорайоне Новая Трехгорка. Трехгорка – такой район достаточно новый, можно сказать. И здесь очень много молодых родителей. Мамочек, папочек, конечно, они все с детками. Но у нас строятся детские сады в Трехгорке. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы постараемся как-то эту очередность закрыть. Мы приглашаем родителей в трехчасовые группы, в пятичасовые группы. Максимально стараемся охватить всех детей бесплатным дошкольным образованием. В 2015 году планируется открыть еще 3 детских сада. Администрации также выделены средства на создание дополнительных мест в уже существующих дошкольных учреждениях. Благодаря этому одинцовские сады смогут вместить еще около 3000 детей. В школах день приема оказался более спокойным. Задают вопрос об учебниках, платные они или не платные учебники. Задают вопрос о кадровом составе, есть ли вакансии или нет вакансии. Ну и кто, если сайт не читал, задают о качестве и о направлениях школы. Многие родители интересовались, как перевести детей в другую школу. Я вообще-то из Бийска приехала сюда. Раньше я училась, у меня такая смешная учительница была очень. До начала учебного года двери каждого образовательного учреждения будут открыты для родителей. Нужно только посмотреть время приема и подготовить список вопросов. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».